Китайский город Куньмин снова в центре внимания прессы. Журналисты обнаружили здесь мебельный магазин, уж очень напоминающий торговые центры шведского производителя IKEA. Антураж популярного бренда воссоздан вплоть до мельчайших деталей. Единственное различие – в кафе вместо фрикаделек подают блюда традиционной китайской кухни. Между тем, эксперты утверждают, что бренды-двойники появляются почти у всех компаний, которые выходят на китайский рынок. На самом деле, в случае с Apple или IKEA речь идет скорее о внешнем сходстве, а не о настоящих подделках. Например, тот парень, который торговал гаджетами от Apple в несертифицированном магазине, продавал настоящие компьютеры, а это не то же самое, что подделки. И здесь, в Китае, такое практикуется уже лет 20. История, которую вспоминает эксперт, другой популярный пример заигрывания с авторскими правами в Китае. Речь идет о 5 торговых точках в том же городе. Их дизайн полностью копировал оригинальные магазины Apple. После шумихи в прессе 2 из них были закрыты, другие остаются на переучете.